Добрый день, дамы и господа, с вами Big Black Man. Сегодня мы продолжаем проходить Dishonored 2. Ну что же, поехали. Конечно, продолжить. Так, Большой дворец. Герцог Лука Абели заботится только о собственных интересах. Это мы уже читали. Дворцовый квартал. Да. А, так, у герцога есть двойник, он курит, это отличие, да? Да, и этот двойник, вернее, настоящий, держит душу. Далее, камерсмон, поехали. Как раз к нему я и отправились. А, ага, даже так. Так, мы не смогли в прошлом видео достать этот рычаг, да? Хорошо. Что ж тут делать? Так, если... разобьемся? Ну, жизнь, а? Так, иди. Педики какие-нибудь есть? Ловите, сука. Вы это слышали? А хрен его знает. Не. О, здесь ничего? Так, так и... ага, то есть вниз я не... могу. Здесь слышали шум. Ну а так мне жопа будет, да, стопудов. А лестница какая-нибудь... спрыгнуть. И реально, кажется. А так мы тоже не допрыгнули. Как думаешь? Допрыгнули. Отличненько. Так, поехали. Что у нас тут? Может, что пожрать есть? Нафиг. Осы. Слышу звук ос. О. А, блин, я тут был. Ну, нет. Так, надо разведать, что там. Ладно, давай вниз спустимся. Сейчас полупасим их. Если б только у меня была своя лодка. Что делать? Вот это же... пилотка. Вот это же дух. Блин, а у меня нету этой херни. И отключить я не могу, ладно. То пожрать можно. Так, где ж эти уроды лазят? А. Так, чего? Сука. А мне именно сюда надо. Привет. Все, ушел. Нет, не чужил. Теперь ты мертвый. Есть, так. Тут что? Блин, где мне взять этот приз? Тройство. Так, ладно. Стройство у нас. Лифтец какой-то. Давайте полазим, может, что интересненького. Мне кажется, я тут уже был. Что-то мне кажется, что я здесь был. Конфискация жилья. Может, не был. А ключ чего? А, ключ от квартиры торговца. Ладно. А. Хорошо. Ключ от квартиры, да? Че? Я не хочу тебя искать, достала. Тут тупука. Беда. Ага. Мадафакер. Так, а сверху я просто разобьюсь, мне кажется. Блин, зачем я? Тревога! Не знаю. Что происходит? Вот и все. А вот она. Ну все. Оп. Пошли.
Промазал. Ты никто, понял? Блин, если бы мне дали этот прикольчик. Так. Так, сохраниться. Ну и всякие ребятки. Это стопудово надо. Поехали. Так, сейчас пролазим, может найдем чего интересного. Либо этот, как он там называется, этот прикол? Хрен его знает. Короче, который ставится и... Никакая фигня не работает энергетическая. Только где его взять? Слышь, автомазин? Опа, все. Бля, на охотника за поведение выпал, похоже. Разберемся. Придется мне жрать искать. Сука. Ни хрена нету, нате. Консерва. Так, тут че? Нахрен ничего нету. Тоже выше можно, можно. Так, давайте облазим. Да я тебя не трогай, иди отсюда, ты мне не всрался даже. О, какая бомжатская комната. Ну, в принципе, пойдет. Опа, увидел. Давай. Давай, братишка, я тебя жду. Я пока попечатаю книгу. Монеточки. Так. Железяки. Прочь с улиц Карнаки. Прям стихами. Ну что там? Подожди, дерево. Повешенный чувак висит какой-то. Это бьется током. Блин. Где ж мне взять это устройство? О, прочитать. Записка для матери Люси Банстер. Так, я думаю, она по аузенции. Можете почитать, ребятки. Так. О. Может тут что? А жрать тоже неплохо. Так, тут ни хрена, да? Хрена интересного, ладно. Давай, ты где? Мне не до шуток, выходи. Не до шуток. Эй, ты, сюда, не ожидал? А? Все? Ой, а что с тобой? Че-то ты напополам развалился. Так, трупные осы, да? Сука, где ж мне взять это устройство, а? Что за бред? Руки какие-то, руки, ноги. Как мне надурить их? Не перерубать. Сука, сука, сука. Так. Тут нет. Так, электронная схема. А, вот монтажный. Вот зараза! Монтажный инструмент надо. Опытный труп. Отдыхай, братишка. Так, монтажный инструмент. Где мне его взять? Тут я был? Чуть не помню. Вроде был, валяются трупаки, значит был. Монтажный инструмент. Привет. Может тут где-то что-то. Монеты, так. Ну там мази не вряд ли. Потому что. Том Мазини, только эти были. Сейфы.
Пам-пам-пам-пам-пам. Во. Отражают великолепное качество товара. Добро пожаловать. Тут вы найдете все, что нужно. Да, там. Так, доступно новое улучшение. Подумать только, а ведь мой отец и дед были придворными шляпниками. Пожалуйста, так. Где этот инструмент? Идем играть в кости. Ты с нами? Нет, я не играю в кости. Так, боеприпасы. Вот он, да? Монтажный инструмент есть. Есть. Так, а ну улучшение. Вот что у меня есть, чтобы улучшить снаряжение. Арбалет мне нафиг. А у него и того нет. А че арбалет? Арбалет я не хочу. Вот пекаль можно. 200, а сколько у меня есть денег? Труба, как я давно не улучшал все это. Ну, отлично. Это что такое? Так, создан настоящим мастером, давай его. Потом вот так. Супермастером. Есть, так, дальше, что у нас? Снаряжение, одежда. Это... Улучшенные линзы, это для амулетов, пружинных мин, максимум болтов, вот патроны мне надо. А это чё? Еще патроны, конечно, патроны всегда нужны. Ячейки для амулетов, ладно, возьму. Так, клинок, опа. Вот и бочина не хватает. Ладно. Сразу не посмотрел. Блин, клинок. Обидно. Ладно. Говорят, вчера во дворце было весело. Очень. Ладно. Все. Вот вам совет. Никому не доверяйте. Хорошо, так. Можно сохраниться даже. Теперь у меня есть этот инструмент монтажный. Я сейчас отключу это все дело. Не могу пройти дальше. Так, а ну. И сетап. Ладно, черный рынок, да? Хорошая вещь. Маску носишь? Гвардейцам это не понравится. Насрать на них, если честно. Я ж чуть не ухезался. Ставь его сюда, еще сливенько. Чё? Ладно. Хорошо, давай. Что? Кому-то плохо. Да не они. Так, где этот черный с рынок? Ладно. Я его именно потерял, да? Это вот тут. Надо еще одну пружину, инструмент какой-то там, монтажный инструмент еще один взять. После набора? Нет? Как хочешь. Зачем маску носишь? Боишься, что кто-то узнает? Да. Кто-то узнает. Рад нашей встрече. Я тоже. Давай, есть теща? Монтажный инструмент. Сегодня мне опять снился этот кошмар. Ах, уехать бы из этого города. Блин, а что если монтажного инструмента нету? Так, боеприпасы, ассортимент. А что-то я понять не могу. Где еще? Какой магазин, такие клиенты, я полагаю. Лучше. Посмотрим, пара чертежей у меня найдется. Нет, блин, а где твои еще? Надо было этого есть. Монтажный. Сама виновата. Следующий. Вот как бывает, когда все, что есть у него, я понял.
Разрушающая мина, граната, пружинная мина. Беда, я думал, можно будет покупать у него. Заглядывайте еще. А на получку я сегодня выпью виски. Да выпивай виски свои. Блин, я шо? Это беда. Это хреново. Я думал, хотя бы одну отключишь, уже будет хорошо. Я уже устал от собственного голоса. С ними говорить, как со стенкой. А не тут-то было, да? Так, а его снять уже нельзя, да? Да. Раз. Раз. Блин, жалко, что проскочить нельзя. Сука, сука. Думай, думай, думай. Так. Подожди, но я же видел несколько этих приколов. Раз. Все-таки его как-то надо выключить, да? Наверное. Я так полагаю, что да. Надо идти пробовать, я не знаю. А что-то ни хрена не получается. Вот так получается. Ну, это проход просто. Так. Так, самовер. Где это мы? Сюда? Хрена нету. Это так. Как бы нам выключить вот эту хренотень, а? Патроны. Сука. Как-то до меня не доходит. Так, тут мы были уже. А! Офигеть, ты прыгнул. Блин, да шиша, ну так, а? Есть, так, а дальше? Ни хрена. Как? Вот я децл. Вот это да. Если бы случайно не нажал. Ну я даю. Я бы совсем про это свой. Да, бегал бы я еще долго. Да я циркач. Я летаю. Ну наконец-то. Большой дворец, конечно же. Конечно же ж. Правда, случайно. Но догадались. Что-то есть у нас новое шматье. Что случилось? Ты что, злой такой? Я подал тут про. И ты не успел, сучка. Сам ты, сучка, буду всех рубить, тварина. Есть. Нельзя бухать. Есть так. Сука. Так, сохранится на всякий. Конечно. Конечно, да. Так, я так понял. Опа. Мост. Так. Не знаю. Сколько же у тебя было разных работ? Мост. Так, так. Я
спокойно. Решили позаботиться, в нас едой. Мне в морду прилетел ананас. А потом бросили целую... Я еще живой. Я не собирался. Ты где? Стоп. Утонул. Ладно. Хоть нам можно в воду попадать. Данила, ее душа мне знакома. Так, забрать душу Далилы. Ага. Значит, я на верном пути. Так, это так. Станция Большой Дворец. Ты, главное, не паникуй. Ты за все заплатишь, герцог. Ля. В лавочке застряла. Так, душа Далилы, Большой Дворец. Хорошо. Прочтите в дневнике. Поиски ключа от сокровищницы. Вы узнали, что герцог Лукабели держит ключ от сокровищницы при себе. Квартал торговца. Возможно, световую стену даст обойти через квартиру торговца. Ага. Ворота подпольной лавки, ворота нелегальной лавки с черного рынка заперты. Чтобы их открыть, нужен код, который знает хозяина лавки и его брат. Хорошо. Эй, не помню. Стой, никуда ты не денешься. Это вы тоже. От меня не уйдешь. Как ты не утонул? Стоять, ты. Говорит, от меня не уйдешь, а сам текает. Что ж ты за трус такой, ты? Трусы хрен. Может? Ну давай, давай. Разберемся. Оп. И пока подупим. Ушел. Не впечатляет. Нет? Иди сюда. Иди сюда. Нет? А то. Сука. Пошел отсюда. Теперь удачно. Теперь уже. Не знаю. Блин, не успел блок поставить. Вот башка моя с плеч. Ничего, ничего. Ну, уж добрались, поперло нормально. Так. Все хорошо. Все прекрасно у меня. Так, еще одна попытка. Кто-то сдох. Кто-то сдох. Все. Пошла отсюда. Тут кто-то есть? Так. У нас нет, ты что гонишь? Да ладно. Лоп. Что проклятие на мою голову? Косматы. Я больше не могу. Во имя бездны. Не уйдет. Слушаю. Она ранена. Добивай. Вот зараза. Ничего. Смотрите. Попал. Не попал. А сейчас я тебе покажу, за что мне дали эти все звания. Ты заплатишь. Блин. От меня не уйдешь. Да не ушел уже. Ладно, ничего. Жестяк просто. Так, а если попробовать потихонечку рассказать, потому что их просто шепот. Что? Где ты прячешься? Где-то здесь.
Вот ты где! Давай потихоньку. Я не хочу умирать! Готовы? А! Все будет быстро! Часовой солдат! Вообще, спуститься лучше. Тебя? Прикройте! Зараза! Что это было? Не уйдешь! Блин! Тебе конец! Эй, кто это убил, тварь? Вы... Так, 75328 попытка. Похоже, сбежала. С катертью дорожка. Что? Мать, суки. Кто-то скрывает от машины. Так. То что, робот рассыпался? Если это робот, то лучше сохраниться. 61 выстрела робот и лупанул. Чудесно вообще. Да. Уж одолел. Понятия не имею, что это было. Ты где там? Сигнал. Проверьте цифровой. Все только и говорят, что про злодеев маски и прочую. А сезон только вон отсюда! Зря волнуют. Кто там? Да ну! Это что впечатляет? Придется. Наложила на себе руки. Не знаю, чего тебе надо, но помочь ничем не могу. Похерозно. Эй, кто здесь? Не заставляй меня за тобой носиться. Замечен объект, типа преступник. Попал. Стройте! Блин. Это бежать точно. Некуда. Посмотрим, что... Никуда ты... Давай, ублюдок. Танцор. Нехорошо. Так, где эта душа, дебилки этой? Душа долила. 15 метров, так. Ага. Ай! Посмотрим, что тут... Посмотрел. Именно посмотрел. Так классно пробежал и посмотрел. Тут кто-то есть? Никого. Пригодится. Так. Так, а как войти сюда? Я в прошлый раз вошел сюда и был немножко не прав, потому что меня сразу лупануло током, вот та хрень. Посмотрим, что тут прячет герцог Абели. Ой, привет.
Прикройте! Как дела? Оп. Боевой пусть часовой солдат с ней разберется. Хорошо. Не может быть. Может. Может. Прикинь. Сигнал, кто-то скрывается от машины. Тут хрень, а. Как по мне это... Хренотень вывести из строя. Меня сразу долбит. Дверь сокровищницы. Проводка. Куда она идет, а? Вот, сохранка. Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом закончим видео. Уже в следующем видео будем добираться до души, до этой, до Лилы. Я думаю, доберемся, все будет хорошо. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, расскажите, друзья, пишите комментарии. Обязательно. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео. Всем пока и удачи, мои дорогие. Пока-пока.